Все, как я вам говорила, профилактику, да, но уже номером 5, начиная с сегодняшнего дня, мы будем профилактику, потому что мы уголочки затрагиваем. Так, неприятненько тоже будет, но еще чуть-чуть потерпим, ага? Открываем ротик. Давайте. Вот так. Отлично. И держим так. Придется подержать, да, потому что по-другому я никак в вас не войду. Загораживаю? Да. Чем? Рукой? Да. Головой? Ну. Сейчас нормально. Вот, то есть мы, вот смотрите, я подцепила уголочек. Я подцепила уголочек и сделала диагональ сейчас. Можно вам вашу головушку покрутить в сознании? Вот, смотрите. Да? Я чуть-чуть совсем препарата ввела, и сразу у нас улыбочка появилась. Да, просто надо немножко поворачивать. Вот, говорите. Диагональ, то, что я вам рисовала. Через контур, заход от контура нижней губы, подхватываю уголочек и миллиметра два над ним. Диагональ, то, что я с той стороны в нашей семье тети рисовала. Так, как бы мне войти, чтобы вам не загораживать? Вам, я имею в виду, не знаю. Так, давайте мы попробуем вас вот так развернуть. Приоткрываем ротик, мне надо обработать хорошо. О, отлично видно. Ну вот. Готов? Вот иголочка у меня над уголочком. Так, прикрываем. Живы? Отлично. Ну вот, смотрите. Вот, то есть то, о чем я вам... Передохните. То, о чем я вам говорила, когда делаем носогубные складки, если препарат у нас остается, либо целенаправленно оставляем, мы ставим уголочки губ. Держите уголочки. Лена у нас герой. Я б уже в истерике болталась. Так.